Запомните, вы больше не солдаты Красной Армии. Оставив свои части, позорно бежав от врага, вы теперь грязь, дерьмо, ничто. Ну что вы тянетесь? Давай. Давай, шевели костями, давай. Советского народа. Верховный главнокомандующий, товарищ И.В. Сталин. Кругом! Великий вождь советского народа, верховный главнокомандующий, товарищ И.В. Сталин. Ну ты что, рыбак что ли, а? Что ты, волейбол собрал сыграть? Что ты тянешь сети-то? Еще бюст Владимировича Ленина там стоял, его прихватил. Так, руководствуясь мудрым принципом социалистического гуманизма, кругом! Трусом, дезертиром, бандитом, заслужившим расстрел на месте. Дал вам, трусом, дезертиром, бандитом, кругом, заслужившим расстрел на месте, возможность в первом же бою кровью искупить свою вину и влиться в ряды славной Красной Армии. Это что за хрень такая? Там лежал. Ага. А зачем это? Да, ранение, полученное в бою, означает, что вы осознали свою вину и заслуживаете прощения. Старший лейтенант, ко мне. Что такое? Что это за цирк? А? Кирдык лейтенанта. Лейтенант, перед вами старшее по званию. Вы что себе позволяете? Распустились, вы отойдите и подойдите так, как положено. Ага. Это я сейчас. Товарищ капитан, старший лейтенант Изюмов по вашему приказанию прибыл. Кто ты? Вольно. А теперь доложите обстановку. По порядку. Во-первых, во-вторых, в-третьих. Есть, доложить по порядку. Во-первых, мне насрать, в каком ты звании. А? Во-вторых, приказом командира дивизии я назначен начальником укрепрайона вот на этом участке. Так что все вновь прибывающие части вместе с их командирами поступают в мое подчинение. В-третьих, ты вообще кто такой? А? Я? Ну? Ты? Я командир кремлевских курсантов! 5 сапог, роста 83 сантиметра, цвет нации! Перед тобой! Элита Красной Армии, старший лейтенант! Вчера ты мне здесь сдался. 183 сантиметра. Элита Красной Армии. Что мне здесь со своей элитой делать? У меня тут не Красная Площадь, у меня тут парадов не будет. Что мне здесь с твоей элитой-то делать? Вот, посмотри на него, ты посмотри. 183 сантиметра. Мне окопом, что ли, в 2 этажа теперь копать надо? А? Нет, лучше бы они мне этих лилипутов лилипутов из цирка прислали. Ну, 183 сантиметра. Мне кроты нужны, мне норы рыть кроты нужны. И змеи мне ползать нужны. Ты говоришь, мне элита Красной Армии. Ладно эти, их терять не жалко. Им терять нечего. Что я с твоей он элитой вот, я делать буду? А? У нас тут война идет. Может, ты слышал? Или тебе в Кремле не объясняли? Ладно, старший лейтенант, ты меня не пугай. Ты увидишь нас в атаке? Какой атаке? Какой атаке, капитан? Ты молись, чтоб твоя элита вон в траншее его сидела. И подштанники-то не обосрала. Когда на нас немец попрет, понял? Хорошо, старший лейтенант. Мы поговорим с вами по-другому, когда я свяжусь с командиром дивизии. А сейчас извольте показать наше место в обороне. Да вот, прошу. Кремлевский курсант к сброду уголовников. Я это запомню. Тебе тут много чего запомнить придется, капитан. Тебе на всю оставшуюся жизнь хватит, понял?